Смотрите, мне нужно не только как бы обчистить вот эти круги, но я еще люблю, чтобы они были окраймленные, то есть вот так маленечко закругленные, чтобы не было резких углов на табуретках. А это делается сначала просто пилой. А просто пила у меня взяла и наткнулась там на, когда я распиливал, на гвоздь. На гвоздь. А я, когда ехал сюда, купил вот такую штуку. Смотрите, на Алиэкспресс для заточки пил вот такой инструмент. Но на нем оказалась одна проблема. Вот у него, посмотрите, здесь два штыря держащих шину, шинку. А на шинке, которая у меня есть, Makita, дырка была только одна. Вот эта дырочка была. Я просверлил вторую дырочку. И что вы думаете? Заработала. Хорошо пила заточилась и хорошо берет. И я край спокойно спиливаю. Вот, очень легко и хорошо, красиво идет. Так что вот, тем, у кого есть пила, рекомендую, купите. Одеваешь вот так, ткнул два раза, искру увидел, и все четко. До этого несколько лет я мучился. Ну, есть у меня станок, есть в этой надфиле, но оказалось 2 секунды и все дела. Острые, острые нужно, иначе будет и задирать, и будет. Так, ну вот. 2 есть заготовка. Я так последовательно делаю. Значит, сначала ободрал шкурку, потом теперь окраймляю, потом буду делать дырки. Ну, мы заготовили бамбук, и я буду делать именно под размер того, который у меня будет. А пока продолжу окормлять. Опилки для вас заготовляю. Уже там просит батюшка, пришлите нам опилок. Вот, видите, специально расстелил пленку, чтобы вам... Ну, как послать, не знаю.